лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуй, город прекрасный, мой любимый и ясный. Завитки твоих кружев украшают Неву. Я люблю твои зори, я люблю твое солнце, я люблю твое небо, мой родной Петербург. Ты вдохни этот ветер, что грозит наводнением. Даже в годы печали отведем мы беду. Я люблю твои зори, я люблю твое солнце, я люблю твое небо, мой родной Петербург. Помни белые ночи и фонтаном журчанье. Только в городе нашем проплывает штандарт. Я люблю твои зори, я люблю твое солнце, я люблю твое небо, мой родной Ленинград. И куда бы ни поехал, это я испытал уж. Каждый житель России тебе будет рад, потому что нет краше, потому что нет ближе, потому что нет ярче, чем родной Ленинград. Потому что нет краше, потому что нет ближе, потому что нет ярче, чем родной Ленинград. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях слепой музыкант Олег Коржинский. Добрый день, дорогие зрители. Олежка, я рад тебя видеть на нашей передаче. Мы с тобой около 2 лет уже, да, в эфир не выходили. Да, почти 2 года. Что вот за это время изменилось в твоей жизни? Над чем ты работаешь? Ну, сейчас я немножко, так можно сказать, устроился на работу. Да. Вот. Ну, работа такая у нас, такая чисто техническая. Вот. Я тестирую устройство для незрячих. Вот. Это Тифлофлешплеер. Вот. И его делает наша компания «Эликжест» российская. Вот. Это для чтения говорящих книг. Вот. Оно специально для слепых людей, да? Да, оно все озвучено. Вот. И вот я сейчас вам покажу вот это вот устройство. Вот. И если нажимаешь на кнопку, вот оно будет говорить. Режим «Говорящие книги».
Вот, то есть вот тут переходишь на этот режим, вот, и, значит, когда нажимаешь на воспроизведение... Воспроизведение. Тонтиком под музыку, тоненько взвизгнуло. Что-то... Ага. Вот, то есть вот любое нажатие кнопки, оно это воспроизводит речь. Там, да, комментирует. Комментирует, да? Да, угу. Вот. И, в общем, вот есть такие специальные библиотеки, вот, которые записывают это на специальных флеш-карточках. Вот. А ты пишешь какое-то резюме, да, вот что там не хватает, что, да, бы, ты, что бы хотел, как, да, удобнее. Да? Да, то есть там они мне по интернету высылают прошивки, вот, я прошиваю, вот, и нахожу недостатки. Вот. И об этих недостатках пишу туда, в технический отдел, вот, и они их исправляют. Спаси Господи. Ну ладно, положи. Ну, это очень хорошо, что ты работаешь. Да? Да, это тебя как-то, ну, я не знаю, как улучшает твое качество жизни, да? Да. Как называть? Я очень технику люблю, особенно новую. Вот, я вообще по жизни парень технический. Отец у меня технарь. Вот. И особенно, когда выходят такие новинки... Вот, я очень им радуюсь и с радостью с ними работаю. Это очень интересно. Да, ну, а вот по поводу музыки? Вот, ну, с концертами у меня сейчас, слава богу, наладилось. Вот, я сейчас выступаю очень часто. Вот, и я же сейчас хожу в приход в Осиновой роще, в храм Василия Великого. Вот, и познакомился с хорошими людьми, вот, которые меня слышали, и вот и в театре «Странник». Вот, и они меня приглашают на всякие концерты. Вот. А еще я сейчас записываю свой альбом. Вот, буквально вчера мы его закончили, вот, и скоро уже выйдет мой первый диск. Здесь, в Александре Невской лавре? Да, да. Владислав Штирба? Да. Владик? О, дай бог ему здоровья. Он... Павел Пиковский, да, тебе помогает? Да, он взялся за эту работу. Мы полгода работали, вот, и вот только вчера закончили. Вот, почти, да. Жду с нетерпением. Да, я тоже жду, и мы все ждем очень диска. Вот, потому что у меня бывают такие жизненные моменты, когда ты ничего не могу слушать, кроме твоих песен. Да, ну, на самом деле песни, конечно, они добрые. Вот. О любви не только между мужчиной и женщиной, да, но и о природе, о любви к родине, к маме, к Богу. Вот. Ну, вот в первой передаче мы с тобой уже решили, да, заранее ехали сегодня в машине, вот, что ты расскажешь о современной жизни слепого человека. Как ты выживаешь в этой жизни, как ты живешь, как спасаешься? Вера, как помогает тебе? Ну, много вопросов, конечно. Вот расскажи, как ты живешь? Ну, сейчас я осваиваю, так сказать, поварское дело. Да? Вот, да. Купили мультиварку. Вот это, ну, все знают, что это такое. Это очень удобное устройство. Вот, там несколько десятков программ бывает. Вот, и что хорошо, для слепых людей она безопасная. Угу. Вот, поскольку если готовить на газовой плите, то там можно и обжечься, вот, и что-нибудь там сожжется, убежит, взорвется, да, ну, все может быть. А в мультиварке там же как запрограммируешь таймер, и через час уже будет готово. И знаете, очень вкусно. Угу. Вот я сварил... Слушай, ты как рекламный агент у нас сегодня. Давай лучше на музыку переведем. Да, давайте, я тут могу разговориться. Ты написал какие-то песни в этом году. Вот. Ну, к сожалению, хочу огорчить, с песнями у меня в этом году ничего не вышло. Только же концерт. Этот процесс у меня идет очень медленно, вот, очень трудно. Вот, поскольку я не... очень хороший поэт. Mm-hmm. Вот. Я могу взять какие-нибудь чужие стихи и положить на них музыку, так как я композитор в основном. Mm-hmm. Вот. Но пока со стихами что-то не получается.
Ну, спой нам что-нибудь сейчас. Вот, а сейчас я спою песню на стихи Михаила Квитко, того самого человека, который научил играть на гитаре. Вот. А эта песня лирическая о любви. Называется она «Не печалься обо мне». Не печалься обо мне, не грусти, не плачь во сне, не ищи пропавший след, время само даст ответ, прав был я или нет. Если сможешь, позабудь, все пройдет когда-нибудь. Зарастет травою след, и время само даст ответ, прав был я или нет. Если вместе суждено, или врозь, то все равно. Не суди и прими совет, время само даст ответ, прав был я или нет. Время само даст ответ, прав был я или нет. Господи. Вот тут мама твоя дала сначала, конечно, мне инструкцию о том, как проводить сегодняшнюю передачу. Вот. Твоя мама настолько беспокоится, фотографию нашу вставила с тобой. Да. Вот. Ну, как слепые люди выживают в современном мире. Да. Ну, автор-исполнитель Олег Каршинский. Да, да. Слепые люди ходят при помощи белой трости, читают пальцами странные белые книги, с выпуклыми точками по системе французского врача Брайля. Ты сегодня принес вот книжку. Да, вот это вот да. Моя книжка. Угу. Вот. Поясни там немножко. Вот. Это, значит, это очень интересно, это делается. Вот. И открываешь любую страницу, да, и, в общем, видны белые-белые точки, да, то есть ничего вообще непонятно, как угу. и чего. Вот. Вот, а если вот так вот читать, вот, это псалтырь Пресвятой Богородицы. Угу. Вот. Христианские песнопения Пресвятой Царицы Небесной Преснодеве Марии. Угу. Вот. Вот. Вот тут такая надпись угу. по Брайлю. Угу. Вот. То есть сейчас уже, что хорошо, начинают печатать уже и псалтыри, вот, и молитвословы по Брайлю. Вот, кстати, скоро выйдет в ноябре молитвослов по Брайлю. Это вообще для меня событие очень радостное, поскольку вот с духовной литературой, конечно, трудности есть, поскольку они не напечатаны этим шрифтом, да, и только вот если в интернете искать, вот, вот, то это тоже очень радостное событие, и мы его с нетерпением ждем. Значит, скоро выйдет такая книга? Да, да. Молитва слов. Вот, у нас в храме тоже готовится молитва вот для тебя специально, святителю Василию Великому. Икона повешена, ты уже да, это икону, оценил, наверное, да? Да, эту икону я видел. Ну, ты вот. Трогал еще? Да, очень, очень хорошо сделано. Лик там и... Вот. И, кстати, это
Наверное, вот у нас в Питере, ну, не знаю, может быть, еще где-то есть, но, по крайней мере, вот я в первом храме видел вот такую икону для слепых. Специально. Вот она сделана на зоне строгого режима тоже, под Мурманском. А, да. Ясно. Ну... Вот, Олег, я тоже хочу поделиться с тобой песней. Недавно написал. Сейчас и так везде ее стараюсь петь. Она совсем недавно появилась. Так что, я думаю, тебе интересно будет, в смысле общения такого музыкального. Я послушаю. Да. А где-то там в небесах, где нет ни боли, ни страха, ни слез, лишь только вера в глазах сияет сотнями звезд. Но в этой горестной тьме, печальной этой ее доли земной, легко и радостно мне, когда любовь есть со мной. Но как же соединить любовь земную с небесным огнем? И как мне жить без границ на перекрестке своем? Душа стремится туда, где будет новая жизнь или смерть. И я узнаю тогда, зачем я должен здесь петь. Душа стремится туда, где будет новая жизнь или смерть. И я узнаю тогда, зачем я должен здесь петь. Но как же соединить любовь земную с небесным огнем? И как мне жить без границ на перекрестке своем? А где-то там в небесах, где нет ни боли, ни страха, ни слез, лишь только вера в глазах сияет сотнями звезд. И в этой горестной тьме, печальной этой доли земной, легко и радостно мне, когда любовь есть со мной. Вот так. Ой, я еще так отрабатываю, пока еще не очень умело. Отличная песня, батюшка. Она мне очень понравилась. Спаси Господи. Как-нибудь тебе надо тоже мою песню попробуй спеть. А мне твою. О, это надо как-то нам поработать потом. Вот, я думаю, поработаем. Что там нам мама твоя пишет, рекомендации? Ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас слепые люди работают, поют, танцуют и даже улыбаются и радуются жизни. Почему? Дальше рассказ о моей жизни. Вот, ну, я скажу, что несмотря ни на какие трудности, ну, их, конечно, у нас много, вот, все равно мы стараемся улыбаться, вот, и, несмотря ни на что, и еще радовать людей, вот, потому что много среди незрячих есть певцов, актеров, вот, они в спектаклях играют, вот, и вот и меня тоже вот такая профессия появилась — дарить людям песни свои, да, вот, и я чувствую, как и людям становится лучше. Потому что наша жизнь сейчас тяжелая, всякие стрессы, вот, всякие неприятности. А песни добрые, настоящие песни, они у людей это все смягчают. Вот. И вот на концертах очень часто бывает, вот когда я уже кончу петь, люди подходят, в основном женщины,
Угу. Вот, и видно, ну, женщина у нас чувствительный народ самый. Угу. Говорит, Олег, как хорошо, как мне стало легче. Вот, а я про себя говорю, слава Богу, хоть двум, трем действительно людям, там, из 100 человек, ну, я вот реально помог. Потому что люди, конечно, разные, до кого-то, бывает, не доходит. Вот угу. Кто-то очень, так сказать, погружен в свои мысли. А вот если ты трем человекам сделал уже облегчение, это уже хорошо. И слава Богу за это. Угу. Вот, а как в храм ты ходишь, как добираешься? Ты же далеко от храма. Кто тебе помогает? Вот помогают наши прихожане. Кто вот. На машине, кто? В основном на машине. Вот и есть вот у меня два человека, вот уже постоянные мои, как я называю, шефы, угу. Вот, они очень хорошо помогают. Я им звоню, вот, и говорю, Антон, ты не можешь меня там подкинуть там, или Наташа, ты поедешь в храм, меня не захватишь? Я говорю, захвачу, конечно, мне нетрудно. Ну и в храме вот. Ты себя чувствуешь, да? Да. Как рыба в воде. Да, потому что хочу еще отметить, батюшка, храм Василия Великого, он абсолютно прямой, никаких углов, никаких там закоулков. Это вообще здорово. Вот от входа до алтаря вот прям вот прямая такая линия. Вот, и я там точно как рыба в воде чувствую. Никуда не врезаешься. А все равно люди подхватывают. Вот, подходят там тетеньки, говорят, вам помочь? Ну, как тут откажешь? Никак. Я говорю, ой, я очень обрадуюсь. Вот, и все равно это происходит еще общение с людьми. Вот, потому что я как в 6 лет ослеп, я стал по-другому вообще чувствовать мир. Вот, по голосам и через руку. И вот когда меня какая-нибудь тетенька в основном подхватывает за руку, вот это вот очень чувствуется и очень хорошо на душе становится. А спой что-нибудь, Олег, нам еще на завершение нашей первой части нашей передачи. Да, вот я сейчас вам спою серьезную песню. Угу. Вот когда ты ее написал в юности, когда у меня тоже был тяжелый период непонимания. Вот, когда меня люди не понимали, и я очень остро переживал моменты, когда кто-то мне рассказывал, что вот там незрячего человека не поняли, вот, и песня получилась такая о дружбе, вот, я сейчас вы все поймете, вот, и из этой песни она очень такая прямая и вещь сильная. Закройте глаза на минуту-другую, в мой мир погрузитесь, мои дорогие друзья, и все вы поймете, что свет вы увидите снова, а мне вот увидеть его нельзя. Дорогие мои, вы поймите, что живем мы на звук ваших добрых сердец. Дорогие мои, вы мне помогите, облегчите мне мой терновый венец. Нет, жалеть нас не надо, нет, не надо, мы богаче душой всех земных богачей. Красоты нам телесной не надо, нам довольно лишь доброго взгляда, нежных рук и широких плечей. Дорогие мои, вы поймите, что живем мы на звук ваших добрых сердец. Дорогие мои, вы мне помогите, облегчите мне мой терновый венец. Дорогие мои, вы поймите, что живем мы на звук ваших добрых сердец. Дорогие мои, вы мне помогите, облегчите мне мой терновый венец.
подойдите ко мне, подойдите, загляните в мои голубые глаза, руку дружбы вы мне предложите, ни на день, ни на два, на года. Руку дружбы вы мне предложите, ни на день, ни на два, на года. На года. Дорогие мои, на этом первая часть нашей встречи с Олегом Коржинским, слепым музыкантом, закончена. Вот. Желаем вам приятного поста с Олегом, Божьей помощи. Да. И не забывайте, что среди нас живут люди, которые нуждаются в помощи. Да, 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 им надо помогать, не проходить мимо них, помочь. Потому что бывает очень... сложной ситуации без помощи никак. Спаси Господи, Божьей помощи и ангел-хранителя. До свидания. Спаси всех, Господь.